Ну что, как говорится, у природы нет плохой погоды. Дождь, ветер. Мы на речке. Охота пуще неволи. Ну, нравится нам это дело. Что ж теперь поделать? Не вижу. Ой, во, вытаскивай. А что вытаскивать? Это бесполезно. А ну опусти. Во. Я там его могу не взять. Мне здесь с мостика было классно, там я не знаю. Ты его видишь хоть? Вон он. Есть! Да. Ну, это сейчас уже разберемся с этими удочками. О, кстати, соединяй, Сань, вон оно. Как он блядь, так сюда? А я откуда знаю, как он тебя так завел? Ой, ёпта, я там перепутал, блядь, тут. Ну хорошо, Сима, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Так, бери удочку. Тихо. Он колокольчик, смотри, сейчас запутаешь. Ну, ты понаделал, блядь. Да ничего страшного. Нифига себе, как это, как оно так переплелось. Отсоедини, Сима, снасть. Надо его с крючка снять. Сейчас сниму. Убери карпа. Сейчас. Так, а ну давай его сюда. Подтаскивай. Ех! Вот ты даешь, отпускай. Ничего страшного, все нормально. Это дальний был заброс, да? Ну вот так вот. Это макушетная пыль. Пыль кукурузной макушки. Вот когда беру кашу, которую сделал дома, из макушатной пыли, получается обалденный запах и уловистей. Намного уловистей. Запах обалденный. В том числе эту пружинку. А на крючок. А на крючок горошину. Вот так вот. Вот она получается вот такая. Вот такая вот получается прелесть. Потом крючок в кашку и вперед. Нифига себе, он губу себе полностью порвал. Да.
Ну вот смотри, я там снасть сделал такую же, как у тебя, только я дополнительно, видишь, бросил два крючка. И все. А также то же самое. И поставил еще крыло. Ну с крылом, конечно, лучше, блин, намного лучше. Ага, опять что ли долбит? Дальний заброс. Дальний заброс. Дальний заброс. Далеко, да. Близко кидаешь, один карась идет. Хоть одного карася, надо же снять, зараза. Я ему от души дал погулять. Семен Семенович. Хрень тебе. Он решил уйти, блядь. Сорвался прямо на берегу. Хочу вам еще показать один макушатник. Очень-очень интересный. На макуху, наверное, поставим красную. Вот смотрите, за макухой у нас есть макушатник. Это придумал товарищ. Но очень-очень классный. Ты вот этот макушатник видел? Ну ты этот самый, у тебя макуха с пружиной. Ну видел. Нет. Вот получается макуха. И пружина. Дальше защелка. Ну да. Защелкнул ее. Сюда ее поставил. Так она должна быть. А вот здесь. Вот здесь прикормка. И он идет на кашу. Он сначала идет на кашу, а потом уже слышит макуху. Ну так. Так лучше. Подцепим сюда два горошка. И будет само то. Не хочет он клевать на червяка почему-то. Да, сегодня вообще не хочет клевать. Только я пробовал, ни одной поклевки не клевал. Ни одной. Все на горошек. А у меня вот этот первый подлещик взял на червяка и все. Вот такая вот песня, Саша. Смотри. Класс. Давай, давай, я хочу карасика хотя бы. Подожди, вытаскивай, он там сидит уже. Есть? Трава. Что, ты думаешь, это трава была? Трава пошла. Да, нам только травы еще не хватало. Трава, трава. Все, пошла трава и все. Дергаю. Да вон он карась. Трава, трава. Трава? Я видел же поклевку. И трава, и карась. Надо карася утащить. Да. Да ночью это самое, говорю, столько карасей поймал. И толку снимать его ночью. Не, это карасик. По штукам, если считать, он за ночь, наверное, ну штук 30, наверное, поймал. Ну вот видишь, он опять хочет червяка. А у меня здесь три крючка, и вот я горох поставил и два червячка. Он на червяка взял.
Ну да. Рассчитываю уже на карпа. Один крючок. Саш, так я его всю ночь приманивал. Сразу две. Там тоже, видать, он уже сидит. Ага, здесь, по-моему, нет нифига. Вон она вышла наружу. Тут я поторопился. Что, будем заканчивать рыбалку? Дождь не дает, просто продыху не дает. Это со вчерашнего дня, и всю ночь он лил. Ну, рыбалка состоялась. Ну, вон смахкопа карася, карпик, еще карасик, карпик. Все, как-то так. Будьте здоровы, не хвоста, ни чешуи.